Мне просто надо немного передохнуть. Нет, нам надо готовиться. Она тоже поедет. Я подожду. Понимаешься? Что? Нет, нет. Кстати, ты знаешь, что наша младшая опубликовала новое видео? Звезда Мишлен. Талант — это у нас семейное. Ты когда-нибудь думал о том, чтобы отказаться от бизнеса отца? Он сказал, что решать мне. И ты на него не обиделся за это? Это видеочат, мам. Бонжорно, милая. Па, это вообще-то итальянский. Как всегда, соревнуются, да? Тут они все в отца, в тренера. Знаю, знаю, ты говоришь, что пока не готов к такому разговору. Просто мы уже год женаты, у нас есть почва под ногами, вот и подумала, что можно попробовать. Угощение. Да, это какая-то завлекаловка. Каждый день между Днем Благодарения и Рождеством у нас что-то абсолютно уникальное. Что происходит? Взрослые разговаривают, ешь салат. Мы с вашим отцом немного подумали и решили, что есть всего одно справедливое решение. Мы устроим испытание. Испытание. Ты о чем, мам? Только привык к роли мужа. А так изменится все. Дом. Жизнь. Ты уверен, что именно это тебя останавливает? Ну же, блин. Спасибо. It was really nice. Я очень рад тебя увидеть. Ну что такое? Что это было? I think it's probably gone for good this time. Думаю, это теперь надолго. Так, это последний пирог перевертыш на завтра. So it tastes like Grammy's Jingle Bell Bun? Похоже на бабушкин пирог. Хотят нас обременять. Это очень мудрый подход. Да, но мне ни за что не добиться того уровня, что достигла мама. Филипп, посмотри билеты домой. Нет, нет, нет. Мама, нет. Все под контролем, не бойся. Не знаю. Мне кажется, надо возвращаться. Ты... Отлично разбираюсь в печах. Хорошие новости, ребята. Мы выполнили все заказы на сегодня. У нас тоже хорошие новости. Мой помощник нашел деталь, необходимую для починки.